ситуация на сегодняшний день без изменений по отношению к вчерашнему вечеру. Продолжаются поисковые работы. Спасатели сейчас ищут различные способы достижения своей цели. Традиционно, по которым они работали, пробивались через воду. Сегодня уже невозможно. Вода очень грязная, очень много пульпы. Поэтому тактика сейчас немножко меняется. Ищут через другие стволы спускаться и, соответственно, решать поставленные задачи. Кроме того, руководство компании сегодня ведет очень большую работу с людьми, особенно с семьями, по тем людям, которых мы еще не доставили наверх. Сегодня руководитель компании Сергей Сергеевич Иванов уже сделал ряд заявлений в рамках наших договоренностей с учетом тех последствий, которые могут появиться для компании. Во-вторых, заработная плата по тем работникам, которые сегодня должны были участвовать в производственном процессе в шахте, в руднике «Мир», они будут обеспечиваться средней зарплатой за все время простоя.